Эстас Тоне. The Song Song of the Golden Dragon. А то есть какое-то уличное выступление? Уличный музыкант. Слушай, это вроде собралось. Да, дофига вообще. Может, он популярный? Просто играет, наверное, очень хорошо. Вы снимаете с камер? Наверное, популярный. Видишь, как прикольно у гитаристов ногти на правой руке. Видишь? С ногтями играет, да? Да-да-да. У него руки, короче, ногти как медиаторы маленькие такие. А у него ногти, походу, нарощенные какие-то, да? Нет, свои, я думаю. Да нет, какие-то слишком такие... И что? Нет. Вот наложенные. Нет, я не думаю. В сравнении с другими, белые такие, видишь? Нет, мне кажется, свои. Потому что он очень хорошо играет, поэтому столько много людей. Потому что обычно, когда слышишь уличных музыкантов, да, они не так играют далеко. У нас переходит, идешь такой, думаешь... Можно заплатить, чтобы ты не пел. Заплатить, чтобы ушел. Знаешь, на кого похож? Кого? На Хью Джекмана, на Росомаху. Да? Да. А, ну, похож, да. Я на гитаре играть не умею, но я понимаю, что он очень круто играет. О, я помню, учился, так потом пальцы болели, вот это когда зажимаешь. Не твердеют еще вот эти. Да, подушка которые... грубеет. Прикольно, да? Так звучит. Одна гитара, кажется, а мелодия такая объемная получается, да? А быстро до тебя бенькает. Вообще жесть. Офигеть. А, у него палочка время дымится. А, я не поняла, думаю, откуда дым идет. Он, походу, играет, пока палочка дымится. Нет, это просто ароматизация, нет. Так играет, офигеть, конечно, сейчас гитара развалится. Начал прям дрочить его так. А, я сейчас смотрю, сколько просмотров. Да. 98 с миллионов. Я тоже обратила внимание. Жесть. Получается, композиция существующая, интересная, или это он сам ее написал? Я такого не слышал. Ну да, непонятно. Может быть, и сам написал, между прочим. Он табулатуру дал. Наверное, сам писал, я не знаю. Видишь, есть... Давай наверное, в другую сторону. Да. Называется «Песня золотого дракона». Слишком хорошо играет для обычного уличного музыканта, да? Так он, в смысле, обычный уличный музыкант. Может быть, просто... Сколько, мне кажется, есть люди, которые так потрясающе играют, просто они, ну, не так известны, как какие-то, знаешь, там, звезды мировые. Но это не значит, что он плохо играет, он офигенно мне кажется, играет. Мне кажется, когда ты хорошо играешь, ты в 90 очень пробьешься. Так он может ну, быть станешь известный. Ну, я думаю, он 98 известный. Миллионов. Я поэтому и думаю, что он известный, необычный уличный какой-то такой, знаешь, который сидел такой, и случайно люди собрались, такие, вау. Ну, видно, что он очень талантливый. Мне кажется, он известный должен быть, ты ну, что? Да, да. Я думаю, видела, я думала, кто-то просто рядом курит. Это нирвана. И дедушке тоже нравится рядом мужчине.
знаю, там, походу, гитара вообще раздирает. Где-то он, наверное, в Германии выступает, я так понимаю. Я не могу понять, что это. Вроде не Германия. Нет, мне кажется, Германия. Пакеты из немецких магазинов вроде. Палочка сейчас воняет? Вообще, да, это же ароматическая палочка должна быть. Нет, благовония. Это волосины родные. Гитара сломается. Ё-моё. Как он меня колбасит. Переходы, да, так где-то в середине. Опа, вот это пошел. А вот есть метка. Land. Не нажимай, не нажимай. Мне кажется, это Германия. Будешь гуглить? Да. Город Германии. Ландсхут. Ландсхут? Да, Ландсхут. А, Ландсхут. Да, Германия. Германия. Угадала. В смысле, я по надписям видела. А там все Германия? Нет, надписи на вывесках и на пакетах. Нет. Да. А где это конкретно? Это Восток. Восточная часть. Это часть красивая. А, это юг. Бавария. Это юг. Бавария, получается. Композиция, как будто в одной композиции несколько композиций, да? Ну, играет, пока не догорит палочка. Похоже. Вот как фэнтези читаешь, там вот есть такие барды, знаешь, которые тоже какие-то исполняли музыку или пели песни собственного сочинения. Вот он как бард такой. Ну, сколько людей столпилось. Деньги, теперь деньги. Нет, ты помнишь, что можно кинуть денег? Ну, конечно, ты что? Хорошо играет. Ну, конечно. Все. Круто. А, конечно. Это старая еще запись, походу. 11-12 год. Да, это уже 10 лет прошло. Либенштейн. Да, прикинь. Ну, блин, он должен быть популярный. Я думаю, он должен быть популярный. Да, я думаю, он какой-то популярный. Он же так хорошо играет. Ну, когда ты так хорошо что-то делаешь, ты, очевидно, должен быть, блин, быть популярным. Ну, да. А как по-другому? Ты же не будешь такой для себя, а, где-то я не чист на улице. Я такой офигенный, да, я такой для себя. Да, здесь. Не нет, хочу. Нет. Мне кажется, он должен быть популярный. Наверное.